Прекрасный композитор современности, которого зовут Гиль Кончели. Этот человек написал музыку для очень многих замечательных и фильмов, и спектаклей, и вообще. И когда мы прислали ему нашу версию его произведения, он сказал, что полностью бесплатно, вообще, ребята, можно исполнять, где хотите. Там еще есть ноты, потом пришли, и вообще никто не играл. Эта песня из фильма «Кин-дза-дза», она называется «Куб».